Установлен запрет на повышение в должности при наличии у госслужащего неснятого взыскания за нарушение служебной этики. Об этом и других изменениях, внесенных в закон о государственной службе Республики Казахстан, на брифинге рассказал руководитель областного управления по делам госслужбы Нурмал Талканбаев. Закон состоит из 69 статей. В 26 из них внесены изменения и дополнения. Усилена ответственность госслужащих. Согласно поручению президента, руководитель, не выполнивший обязательства по предупреждению коррупционных правонарушений среди своих сотрудников, должен будет подать в отставку. Теперь политические госслужащие, министры и их заместители, первые руководители госорганов и их заместители, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент и их заместители, акимы районов в случае совершения подчиненными коррупционных правонарушений должны подать в отставку. Согласно новой редакции закона, руководитель после вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении его сотрудника должен в течение 10 календарных дней уйти в отставку или после прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Еще одно новшество – служебные удостоверения госслужащих будут заменены на специальные идентификационные карты. Кандидаты на вышестоящие должности будут обучаться по программе «Руководитель нового формата» в Академии госуправления и Назарбаев университете.